Всем привет! Меня зовут Настасья Новоселя. Я официальный тренер Академии Святослава Отчинаш. И сегодня я в Мариуполе с курсом Academis Pro для настоящих профессионалов. Это первое отношение, на которое будет работать тренером. Так, девочки, начинать нашу работу с моделями мы будем с нанесения пилинга. Пилинг мы наносим на 10 минут. После этого мы приступаем к отрисовке с эскизом. После того, как вы отрисовали эскиз, не забудьте его утвердить с вашей моделью. И наносим наш любимый анестетик первичный Magic Touch на 10 минут. Спасибо за классное обучение Настасьи Новоселе и студии Bloom. За эти 3 дня было столько эстетики, все классно, профессионально, и для меня перманентный макияж открылся с другой стороны. Мне безумно понравилось обучение, просто огромный поток новой интересной информации. И спасибо Яне за организацию такого мероприятия, спасибо Настасье за новые классные знания. Спасибо огромное организатору мастер-класса Яне Карме. Настасье Новоселе огромное спасибо за ее фишечки и секреты в перманентном макияже. Он у меня будет выглядеть еще более нежнее и натуральнее. Спасибо за прекрасный мастер-класс, за новые знания, за новые техники. Яна, спасибо большое, что ты предоставляешь нам возможность развиваться. Пригласила Настеньку, отличный преподаватель. Все было супер, классно. Люблю, целую. Спасибо. Настя, я очень много наслышана, именно поэтому я хотела попасть к ней на обучение. Я очень довольна, получила полный багаж знаний. Осталось применить на практике. Спасибо большое, я довольна. Конечно же, спасибо Насте, Яне, организаторам за то, что мы получили такой колоссальный опыт. Для меня это первое такое крупное мероприятие. Я очень осталась довольна. Спасибо большое всем. Это были просто мега супер крутые 3 дня, которыми Настасья с нами поделилась. Очень много новых знаний мы получили, очень большие техники от Святослава Отчинаша. И хотела бы выразить ей благодарность за то, что она посетила наши курсы. Огромное спасибо Насте. Знаний много не бывает. И эти 3 информативных дня даже не передать. Какие? Взрыв мозга. Вот. Осталось только применить это все на деле и сказать ей огромное-огромное спасибо и ей, и Яночке за то, что организовала это. А мы будем стараться не подвести.
Настасья, спасибо, что посетила наш город.